Приветствую, дорогие зрители. Сегодня у нас группа Вагаки Бенд с песней, которую я не выговорю, так что название песни будет в описании. Извините меня, просто я минут 10 уже пытаюсь снять дубль приветствия, вот так вот. Так что извиняюсь. Группа сочетает с собой рок и классические японские инструменты. Я думаю, будет интересно. Я первый раз такое послушаю. Давайте заценим. Мне посоветовали посмотреть именно этот видеоролик лайв-выступления. Приступим к просмотру. Долго говорить не буду. С вас, конечно же, лайк, подписочка, ну и комментарий написать хороший, надеюсь, чтобы продвинуть именно реакцию. Поехали. Красивый у него голос, и сейчас начало такое именно классическое, больше такое оперное, спокойное, с классическими инструментами. Переносимся в историю Японии. Круто звучит. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ничего не испортит. Красиво, как будто попал в театр японский, где исполняет такую чудесную музыку, которую бы ты, наверное, не слушал бы каждый день именно, а именно пришел в театр на такой концерт, услышать бы его, ее именно вживую. Круто. Что-то будет, да? Thank you.
это топ. Молодцы. Я вообще за тех, кто продвигает именно свои инструменты, которые были веками. Там у нас есть исполнители, которые на гармошке, на баяне такие вещи выдают. Я когда-то лет 15 назад видеоролик видел, где на ложках выполняют такие вещи, что жесть. Что сказать по именно клипу? Я же говорю, это тут больше именно классической инструменталки с добавлением рока, ну, рок-инструментов. И это очень хорошо звучит в сочетании, в конце они добавили как раз рок-инструменты, хорошо звучит. Для того, чтобы пойти именно на этот концерт, сидеть, слушать, именно я смотрю именно на эту песню, потому что я не слушал их другие композиции, может, у них будет что-то похардкорнее, с добавлением побольше рока. Так вот, прийти на этот концерт, послушать, отдохнуть, потому что успокаивающее, такое легкое, приятно ушам, голос... Музыканты, которые исполняют на разных инструментах музыку. Парень, он на все протяжении всего времени держал две гитары. Стоит того, молодец. Круто. Ну вот именно на повседневности, я думаю, я бы не слушал, потому что мне такое сильно успокаивающее я не сильно люблю. Ну, как мне определить? Сильно большой рок не люблю, сильно... Успокаивающую музыку не люблю. Нет, слушать ее можно, знаете, просто вот лечь, включить и под эту музыку либо поспать, отдохнуть или опять же прийти на концерт, потому что это круто, как именно я мечтаю когда-нибудь сходить на классический концерт какого-нибудь инструментальной группы, именно классической, там где скрипки, пианино, фортепиано, оркестр. Вот, обязательно бы хотел бы сходить, но не с кем, а самому идти неинтересно, да и у нас не часто в городе такое бывает, но круто. Вот если бы у нас приехали бы они бы к нам, я бы пошел бы, сходил бы на их концерт, обязательно. Молодцы, напишите в комментариях, может быть у них что-то такое есть, зажигательные более... И обязательно постараюсь послушать и посмотреть на них в реакции. Всем спасибо большое. С вас лайк, подписочка, если все понравилось. И увидимся на канале. Такая спокойненькая, спокойненькая заканчивание реакции в этом дне, вечером. Так, что я говорю, непонятно. Пока-пока.